ТО «Акжаикжи Асотау» объявили имена обладателей новых квартир. Из 815 претендентов заветные квадратные метры получили 60 счастливчиков. Однако немало оказалось и возмущенных. Наши корреспонденты узнали, по каким критериям распределялись квартиры по программе «Жилья для молодых семей». На строительство нового 9-этажного дома по программе «Акжаикжи Асотау» было выделено 600 миллионов тенге. Стоимость квадратного метра жилплощади не будет превышать 90 тысяч тенге. Участники программы в течение 3 лет будут платить арендную плату, при этом накапливая половину суммы от стоимости квартиры. Затем через Жилстройсбербанк им предоставят льготный кредит на 6 лет под 5% годовых. Молодым семьям будет предоставлено в аренду с правом последующего выкупа 60 квартир. В том числе однокомнатных 26, двухкомнатных 22 квартиры и трехкомнатных 12 квартир. Более 40 квартир в новом доме подрядчики реализуют по коммерческой цене. Будущие новоселы скоро получат ключи от квартир. Я мама двоих маленьких детей, работаю в школе, зарплата небольшая. Эта программа позволила мне получить квартиру, я очень рада. На одну квартиру претендовало 14 семей, поэтому комиссии пришлось сделать нелегкий выбор. Комиссия в самом начале своей работы учитывает моменты, то, что одному из супругу в ближайшее время исполняется 29 лет, это первое. Второе – повторная сдача документов. Здесь можно смело сказать, что те, кто получил, тех заявлений, которых одобрили, 50% те, кто подавали повторно заявление. Затем уже идет, естественно, платежеспособность заявителей, количество детей. И двойная квота имеется в виду, когда оба супруга относятся к категориям, которые утверждены. Есть, конечно, и возмущенные, те, кто жилье не получили. Они теперь считают, что комиссия сработала неправильно, то есть не в их пользу. А подрядчики же тем временем заканчивают благоустройство двора. На эти цели выделено 66 миллионов тенге. Заселение намечено на сентябрь. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.